Порядок в Комсомольском парке вместе со станичниками наводил Вениамин Кондратьев. На субботник глава региона пришел вместе с детьми. Сыном и дочерью губернатор высадил липы вдоль центральной аллеи. За благоустройство именно этой территории в районе проголосовало большинство жителей. Самые приоритетные для муниципалитетов проекты по всему краю определяли в день выборов президента страны. Программа показала на практике, как она работает. Это люди, жители Динской, выбрали местом благоустройства номер один Комсомольский парк. Что сегодня мы все вместе и делаем. То есть мы возвращаем когда-то легендарному Комсомольскому парку вторую жизнь. Мы делаем большое дело. Я уверен, что кто сегодня пришел на субботник, они просто еще раз подчеркнули, что мы одна огромная, как я сказал, кубанская семья. Еще полтора года назад была здесь заброшенная территория. Очень приятно, что быстро восстановили этот парк. И очень приятно, что люди видят, что здесь изюминка. Это наша изюминка будет. И все с радостью приходят и хотят восстановить, как это было много-много лет назад, и сделать парк красивым. Субботник в Комсомольском парке превратился в настоящий праздник. Звучала музыка, всех желающих угощали выпечкой. После генеральной уборки парка за чашкой чая из самовара Вениамин Кондратьев пообщался с местными жителями. Разговор в основном шел о дальнейшем преображении зеленой зоны. Сейчас работы по благоустройству ведут в первую очередь, ко второй приступят уже летом. Всего парк будет площадью больше 13 гектаров. Планируют увеличить количество детских площадок. Глава региона поинтересовался у станичников, какой они в дальнейшем видят эту зону отдыха. Чтобы парк был живой, карусели должны появиться 100%. То есть места отдыха для семей, кто с детьми придет, то есть для деток площадки должны быть. То есть он должен ожить. То, что мы его облагораживаем с точки зрения зеленых насаждений, это правильно. То есть мы сохраняем тем самым парк, но просто как зеленую зону. А чтобы он стал парком, надо еще много очень потрудиться и вложить в него. Вот вы как на это смотрите? Или вот так оставить, как есть? Соотношение нашего водоема, спортивных комплексов, детских площадок, это должно быть как бы душой станицы и, соответственно, отдыхом для селян, не обязательно для спортсменов высокого уровня, а то есть для нас, жителей станицы. Главе муниципалитета Вениамин Кондратьев поручил разработать детальный проект благоустройства парка, который после вынесут на публичные слушания, чтобы зеленую зону облагораживали с учетом мнения местных жителей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.